Здравствуйте! Сегодня состоялось открытие весенней выставки. Тема выставки «Дыхание весны и женский образ». Все, что нам близко, все, что нам знакомо к такому замечательному празднику, мы решили порадовать зрителя и посмотреть на женщин глазами художника. И вот у нас открывает нашу выставку вот эта замечательная работа, образ, можно сказать, не физический, такой метафизический, женщины «Богиня воды» называется работа, «Огонь и вода», можно даже сказать, художника и его муза, да, вот эта работа, потому что всех художников на труд вдохновляет, что-то зовет творить. Копия Сборовиковского Кузьминой Полины, Миряшкина. Марина очень хорошую работу представила нам. Королева Эрика, вечер в Париже. Мы видим такое вот умиротворение, тишину, такую истому, расслабленность. Вот иногда нам, девушкам, так этого не хватает. Но вот этот образ воплощен в этой работе. Хочется отдельно отметить работу Кудрявцевой Ольги Викторовны «Мелочи жизни». Это центральная работа нашей экспозиции, она такая самая значимая и по размеру, и по содержанию. И действительно нас в жизни окружает много мелочей, которые, сливаясь в одно, и образуют нашу жизнь. Жизнь течет, все, что нас окружает, там, украшения, шпильки, туалетная вода, мобильный телефон. Вот сидит такая девушка в окружении мелочей, а взгляд такой серьезный, задумчивый. И вот, может быть, она думает, что к чему, зачем и почему, не знаю. Художник поставил перед нами вопросы. Весенние такие работы с запахом весны Трубниковой Светланы замечательные. Кузьминой Полины автопортрет в таком историческом платье. Замечательная работа. Ну и Толмачева Наталья, конечно, отметила своей замечательной. Из Середнякова, да, у Сандры Середнякова, она, правда, по-другому это звала, но вот авторская, да. Замечательный детский портрет Кудрявцевой Ольги Викторовны, да, вот это портрет девочки Сашеньки. Замечательная работа. Вишнякова, букет сирени, такой тоже как бы схваченный образ сирени, такой шуршащий, с таким запахом, свежестью, с таким дыханием весны. Замечательная работа. Борисанова Лариса, селфи, то, что актуально было последний год, вот все мы ходим в масках, но тем не менее красота женских глаз не скроется ничем. Розы тоже Борисановой. Танько, Наташа, цветение. Очень хорошая работа. Опять Трубникова Светлана, пейзажи. Интересная вышивка, сочетание и Улине, и бисера дает вот такое ощущение объема ништяковой Елизаветы. Чернак Людмила, бегущий по волнам, образ девушки, как бы рождающейся, выходящей из этой пены, легкий, весенний, юный. Замечательная работа, пахнущая морем, брызгами, морской пеной. И образ женщины вот такой вот, в такой вот интересной подаче. Боже, Королёва Эрита, моя подруга. Ну и заканчивает нашу выставку замечательные пейзажи весенние, Трубниковой Светланы и Перфилова Валерия.